Началось благоустройство правого берега Уводи на участке от Банного до Соковского моста. Там сейчас работает техника. На противоположном берегу дело на финишной прямой. Подрядчик устраняет прошлогодние ошибки, а именно дефекты асфальта и мягкого покрытия спортплощадки. Корректировать несколько раз пришлось и газоны. Зато почти готов новый фонтан. Еще пару недель и объект заработает. Пробный пуск был. Вода уже подведена, фонтан может функционировать. Сейчас остались работы вот по завершению монтажа по чаше. То есть мы видим, что там внутри гидроизоляция уже выполнена. Соответственно, остался только монтаж уже вот декоративных панелей чаши.